происходит? Товарищ майор, мы под плотным огнем. Долго не продержимся. Вас понял, ребят. Постараемся успеть. Мы готовы взлетать. Ждем команды на атаку, товарищ майор. Выдвигаемся. Так точно. К вертушкам! Быстрее! Всем привет! Сегодня мы пройдем вторую миссию компании «Афган. Забытая война». Нам придется помочь нашим товарищам, а также уничтожить несколько вражеских конвоев. Это миссия простая. Нам тут говорят, что нужно спустить режим уличного огня. Целимся аккуратненько и... Давайте дальше.
караван уничтожать. У нас есть 4 тура. Сейчас присоединимся с ними. Ё-моё, мой напарник. Придется теперь. Шикарно вообще. Лишь бы не вредаться.
Держи, что? Человек. Квартет, пока чисто, двигаюсь вперед. Я убил человека, может идти дальше. Все. Последний пункт плана и миссия выполнена, по идее.
помянем. Посадить, убивать что ли? Квартет, я был первый, ПБК и горючка 2-3. Понял, Здорово, Таманцев. Здравия желаю, товарищ капитан. Десант с ранеными ушли на восьмерке. Моя группа пойдет на твоем борту. Уходим. Как же я это ненавижу. Я просто хочу закончить миссию, они не дают. Вот эти шасси, которые сами открываются, очень нравятся. Опять же мне кучу человек приходится убивать. За что у меня? Миссия завершена успешно. Ну что ж, очередная миссия завершена. Миссия очень легкая была. Всем пока.